В Шымкенте рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в многоэтажке. ЧП произошло на первом этаже в строящемся магазине. Из-за мощного пожара мужчина получил сильнейшие ожоги. У него обгорела практически половина тела. Взрыв в жилом доме прогремел днем. Помещение моментально охватило пламя. По предварительной версии, всему виной был газовый баллон. Дом не подключен к магистрали, поэтому использовали привозное топливо. Предположительно, утечка случилась из шланга, прикрепленного к баллону. Жильцы девятиэтажки говорят, остались невредимы благодаря своевременной работе пожарных. Они успели вынести сам баллон на улицу. 20-летнего парня, который находился в помещении, экстренно доставили в реанимацию. При поступлении диагноз термический ожог пламенем 1, 2, 3 АБ степени, общей площадью 40% лица, шеи, головы, верхних, нижних конечностей, туловища, ягодицы. И глубина ожога соответствовала тяжелой степени. На данный момент больной в состоянии, в динамике без ухудшения, будет принимать лечение и в дальнейшем в реанимационном отделении.